Ну поют как, вы не можете ничего. Проходит фестиваль народного творчества, цель которого привлечь народ, показать. И сегодня мы увидели одну большую проблему, если это можно так назвать, что вроде у нас 21 век, где море аппаратуры, много возможностей, где можно обработать и свой голос, и поставить его, и оформить, и так далее, и тому подобное. Но мы при всем этом можем говорить о том, что мы теряем в какой-то степени то, что имели. Имели тот живой звук, имели те инструменты, которые есть. Да, они есть, но в селах эта проблема есть, и она актуальна, что недостаточно. Сегодня мы могли увидеть то, что дети, молодежь выходят на сцену и говорят о том, что лучше петь-то под живую музыку, когда идет и звучит баян, гармонь, когда звучит масса тех народных инструментов, которые существуют, которые придумал наш русский народ. И нам бы хотелось об этом, вот, чтобы не только мы, вроде вот здесь на селе мы говорили об этом, но чтобы это услышали те руководители, от которых это зависит. Надо, чтобы то, что мы имеем, несло людям радость и добро. И чтобы через эту тоже нашу русскую гармошку душа русская раскрылась и наполнилась тем теплом, которое мы имеем весной. Ну и позвольте мне прямо-таки с глубоким удовлетворением констатировать, что русский дух Бутурлино еще не привелся. Действительно, там Русью пахнет, пахнет нашей Родиной, и дай Бог, чтобы запах этот никогда не выветрился. Будьте счастливы! Cheers.